упрощенные листья без замалевка. На большую кисть набираем зеленую виридоновую и обозначаем только край. То есть низ листьев. Затем берем на прокладочку в зеленую виридоновую добавляем кадмий желтый. Обычно как прокладываем сначала вторую половинку, то есть та, которая на втором плане, и уходим плавно в тень. Потом делим лист пополам и закрываем с другой стороны. Затем берем кисть поменьше на обликовку. Делим лист пополам и в сторону прямой кистью елочкой. Вторую половинку. Можно по два мазочка из каждой точки пополам.